Всем привет! Вот так мы можем отдыхать. Это я сделала такую зону нам для отдыха. И второе креселко. А здесь я все-таки домыла этот пол. Ух, уже какие-то деревяшки мне тут наложили. Ну, мужчины. Не понимают красоты. Вот постелила скатерть. Ну, скатерть у нас, понятное дело, здесь старенькая, но чистенькая. Это старые у нас здесь стульчики стоят на террасе. Или это веранда. И вот такие коврики я стелю. Коврики я вяжу сама. И дочка у меня вяжет. Ну, дойдут руки, мы с вами свяжем. Такие коврики. Они вяжутся на раз-два. Многие умеют. Вот так. И вот немножечко спиреи срезала. Для красоты души и всего и вся. Тут у меня загружается вторая часть, вторая серия вчерашнего фильма. Здесь я буду вязать из рафии вот из такой опять сумочку. Вот, так что мы отдыхаем, а Николай наш все трудится. Хлебом не кормит, дай потрудиться, да, Коль? Хлебом тебя не корми. Хлеба не надо, работай давай. Да не говори, дай тебе только работу. Давай, тихо, собаки, тихо. Вот. Уже практически тут ржавчина вся у нас убралась. Вот, я хочу сегодня тоже покрасить свои те маленькие квадратные грядочки. И, может быть, у гаража длинную узкую грядочку. Вот эти не буду, конечно. А тем мне хочется. Пока сегодня солнышко, погода хорошая, замечательная. А когда хорошая погода, то хочется сделать как можно больше полезного. Потому что потом может и не захотеться, и погода не даст. Правда, вчера мы так ударно потрудились, что сегодня КПД низкий. У меня, я это чувствую по состоянию. Вялость, такая вялость. Но надо как-то себя в кучку собрать и начать действовать. Но зато я уже создала вот эту вот красивую группу, да? Для своего и там для чего-то отдыха. Люблю я здесь сидеть, смотреть вот туда на дорожку. Кто там ходит, кто там бродит. Телефон у мужа интересный, как-то сам яркость тут регулирует, как хочет. Ну ладно, дружочек мой со мною всегда. Про мужа не сказала, что я за водой два ходки сделала. Да вот скажу про тебя, муж дорогой, любимый, что ты уже сделал две ходки за водой, хотя я тебя ругаю. Надо отдыхать тебе мороженое больше. Мороженое купил себе. И мороженое себе купил. Ну и нам тоже. Нам ты вчера покупал. Мне нельзя. Нет, брата. Никаких брата выпить. Брат отдувается за всех, за нас. Я вообще не пью. Вот, так что молодец, муж, но больше надо отдыхать. Сейчас надо Колю посадить вот в это кресло, чтобы он тоже отдохнул. Поболтайте Оля, немножко. Иди, Коль, сюда. Пусть отдохнет, а то он там на солнышке весь зажарился. А пусть я сейчас отдохнет. Пойду иди, себе да, кисточку иди. Готовить и краску. Привет всем еще раз. Вот сижу, балдею. Села на свою терраску и балдею. Сейчас, ой, как тут красивенько. Господи, я мечтала, по-моему, всю зиму, чтобы наступило лето, и я приехала на дачу и села, посидела тут на своей террасе. Я очень люблю здесь сидеть, потому что она высокая, и здесь всегда так продувается хорошо. Вот, но сейчас пойду переодеваться уже, потому что очень жарко. Сейчас надену какой-нибудь свой старый сарафан и пойду красить. Даже если и запачкаю, мне его не будет жалко. Я его потом разрежу на тряпки и свяжу из него коврики. Ну, краску, конечно, вырежу, если испачкаюсь. А так, может быть, и не испачкаюсь. Все-таки красиво, когда все аккуратно сделано. Коля, у тебя очень красиво получается. Все аккуратно, чисто, ничего не испачкано. Ну, не страшно, если где немножко. Ну что ж, вот эта работа мне на сегодня. А может быть, и это корыться заодно. Я пришла красить, и все пришлепали со мной. Смотрите, что я вам хочу показать. Вот, вот тут вот сидит маленький-маленький лягушонок. Эй! Ой, как тебя там? Оп! Как тебя там? Может быть, ты царевна лягушка? Может быть, царевна лягушка? Вон он сидит. Да тихо вы. Ну, вроде неплохо так получается. Красивенько будет, я надеюсь. Особенно вон там, где красные бархоточки. Ну, вот что получилось. Вот что получилось. А здесь
тоже все расчистила и хочу сейчас покрасить. Пусть краска хоть немножко защитит древесину. Она здесь еще сырая. Должна еще впитаться как следует. Может быть, и цвет поблекнет. Но вообще смотрится красиво. Очень даже. Так. Вот. Жжж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 
Тут мне пришлось обрезать мелиссу. Вот лежит пучечка. Я ее потом засушу. Будем с ней чай пить. Ух ты, солнышко зашло. Не вовремя. Общий план. Если здесь посадить бархотки в следующем году, если они вырастут, то будут вот такие красивые, как вот там вдали, то будет вообще великолепно. И здесь что у меня получилось? Это корыто красить сейчас не буду. Его надо сначала чистить, а там еще кабачок растет. А вот эту кастрюлю, наверное, я сейчас обновлю. Вот так я вигвамчик в нее воткнула, потому что там бобы растут. Травку немножечко. Ай-яй-яй, в прямом эфире. Ах ты какой! Ай-яй-яй! Сейчас я буду красить эту кастрюлю. Воткнула в нее вигвамчик, потому что там растут бобы. Травку ободрала вокруг, и сейчас я ее красненьким покрашу. Она будет красиво смотреться, я думаю, ярко, сочно. Посмотрите, какая красивая кастрюля стала. Красочная, сочная, яркая. Очень мне нравится наводить порядок. Таким образом. Ух! Ну что, я думала, что вы побегаете. Нет? Спать хотите? Вот жена у меня красит. Красит неплохо. Да, я почистила. Неплохо красит. Ну, она так и будет тут стоять. Это... Нет, это уже не бочка, это что у нас, ванночка? Да. 69-го года или 68-го? Нет, 68-го года. Вот она тут жизнь. Еще накрасила. Каких красивеньких тумбочек своих. Квадратиков на. Нет, это тут лучше покажи. Там я уже показывала. Вот покажи поближе, как получается. Как было и становится красиво. Как было. Сейчас. Пойду с той стороны обойду. Вот тут еще у нее не крашено, облезло. Взяла у меня щетку, очистила сама. Вот мажет как хорошо. Ты смотри, кабачки не покрасить, только ну, красный цвет. Красный. Ну правильно, ну ладно, все равно чистить их. Кожуру на. Нет, их лучше, конечно, не красить. Я их убрала, спрятала. Ну ладно, вот сейчас покрашу. Сейчас здесь высохнет, я кабачки. Высохнет вот здесь, и я кабачок сюда передвину, тогда там покажу. Ну ладно, все. Я вся в краске вымазалась. Тут, вот тут. Не знаю, видно, не видно. А что я еще покрасила? Сейчас я вам покажу. Ой, немножечко села отдохнуть. Я еще покрасила вот эту бочку. Ну... Тёщин язык же там сидит. Ну как же, мне для себя самой не сделать красивое обрамление. Да? Смотрите, как. Вообще здорово. Вот она какая. Намазюкала ее. Уже сил не было, но намазюкала. Потому что сегодня погода хорошая, и все быстро высохнет. Ну а потом настроение такое было. Вот. И сейчас покажу. Свое корыто. Ну, вот так вот еще чуть-чуть сверху глянем на эту красоту. На красивую елочку. Смотрите, друзья, какая она красивенькая. Ой, вот это, наверное, совсем новая-новая почка. Ну-ка.
новая. И вот, вот эта ванночка получилась очень и очень красивая. Красненькая, яркая. Все у меня теперь идет в таком красочном цвете. Сегодня ультимативно сказала мужчинам, что я ничего готовить не буду. Вот именно сегодня. Отдыхаю от готовки, от уборки. Поэтому доедаем сегодня гороховый суп. Я сказала, что будет день доедания, доедалкин день. Но на утро, правда, я варила вот геркулесовую кашу осталось. Съели по целой тарелке, по два больших половника. Мои мужчины съели молочную кашу. Я была рада. Ну, там какао и бутерброды с сыром, с колбаской. Сейчас будет у нас, значит, гороховый супчик. Потом у нас остался шашлык. Шашлык. У нас еще осталась рыбка запеченная. Она отлично сохранилась, я вас уверяю. Это тарелочки нам сейчас под супчик пойдут. Еще у нас вот такая вкусная рыбочка, скумбрия. А еще у нас, Саш, по-моему, селедочка там есть тоже вкусненькая. Да, сейчас мы наедимся. Не наедимся, напьемся чаю еще с колбасой, с сыром. Я думаю, что наедитесь. Что картошки бы? Купить. А, ну купить. У нас есть еще картошка. Так что вот, сегодня у нас такой день. А еще я быстренько сварганила вот такой вкусный салатик капустный. Ну, все его знают. Капуста, помидоры, огурцы. О, кстати, надо лук сюда репчатый добавить. Уксуса немножко, подсолнечное масло, соль, песок. Вот у кого-то на канале кто-то показывал саранчу. Не помню, каналов много. Не знаю, говорят, что это саранча. Господи ты, боже мой, только мне не хватало. То ужи, то саранча. Вот смотрите. Кто-то говорит, что это кузнечик. Но я не знаю. Она с крыльями или как? Вот она. Или он. Если это не кузнечик, то кто же это? Еще там чего-то дразнится. Лап свои моет. Привет, привет. А, он их, наверное, мочит, чтобы как-то там забраться по бутылке. Вечером решила снять. Солнышко ушло, и видно все отлично. Вот получилось красивое красное корыто. Нет, это красивая красная ванночка. И вот, вот они, какие красивые клумбочки стали на фоне краснеющих листьев. Они будут великолепно смотреться. А это здесь у нас теперь с этой стороны забор докрашивается. Вот эти перемычки, планки. И давайте посмотрим с вами еще вот этот забор. Ой, не забор, не забор. Вот эту грядочку. Тоже красиво, да? Очень красиво. Просто великолепная работа. Я сама себя хвалю. Все красиво. Братья гуляют. Братья по разуму. Старший брат слева, младший справа. Чего там? Проблем какие? Привет. Никаких проблем. Проблемы все решаем. Снимаю вас. Снимаю. На добрую память. Для моих подписчиков. Красивые грядки получились, да? Да. Красненькие. Сочетается желтый с красным. Да. А здесь пожарная охрана. Да не говори. Пожарная охрана. Да нет, все нормально. Пожарный автомобиль X-Trail. Пожалуйста. А когда что? Ладно, сколько лет еще? Не надо нам пожаров. Хватит того, что нас ветром напугали. Смотрите, как красиво перчик краснеется на фоне красной грядочки. Как всегда, прощаюсь с вами, укутанная в платок, потому что к вечеру холодно, хотя утром было жарко, и видели вы, что я красила в сарафане, но сейчас прям холодно, холодно. Вот. Ну что ж, дорогие мои, всем пока-пока, до новых встреч, до следующего видео. Видите, что я вас забросала, наверное, роликами. А мне хочется снимать все больше и больше для вас. Что-то мне кажется, прям вот у меня еще очень много всего интересного впереди. Так что оставайтесь со мной, и я вот на фоне этой красивой-красивой своей вот этой вот бочки. Вот этой бочки. С вами прощаюсь. Пока-пока.